Ребята, всем привет, с вами Александр, и у нас великое событие, мы сейчас создадим уникального гибрида. Давайте сначала проверим, что я могу сделать с этим легендарным, да, гибридом, по-моему, да, легендарное, не хватает мне дракорексов, черт подери, обыкновенных. Пахика создадим как-нибудь попозже, потому что у нас сейчас будет сражение, три сражения с 20 уровнями противником в эпической башне, потому нам нужен уникальный гибрид, у которого будет изначально уже хотя бы 21 уровень. Так, да, кстати, надо вот этих побольше отлавливать. Эдмонтики, да? А, тенентики. Я их уже много наловил, как вы понимаете, чтобы насобирать 250 по 500 за одно сражение, нажатие. Итак, у нас, в общем-то, тиранолофозавр, да, получился, плюс тенентозавр, и получился тенентарекс. Или как там тебя, подожди... тиранолофозавр, все верно. Все верно. И давайте создадим же тенентарекса, ребята. Приветствуйте! Великий и ужасный демон. Чем-то мне он напомнил Хеллбоя. Не знаю, правда, чем. Ну, выглядит прикольно. Кстати, вполне себе реалистично. Ничем таким супер-пупер гибридным не выделяется. Ну, прикольно, типа рожки такие вот. И два нароста на голове прикольные. Уникальный тенентарекс, ребята. Ах, красавчик. Давайте будем читать. Так, 3500 на 1200 на 20 уровне, наверное, это неплохо. Крит 20%, скорость медленная, брони нет. Так, снятие отвлечения, нанесение урона, x1 50% замедления скорости, это очень хорошо. В обход щитов и брони 1,5 урона, снятие щитов и обход брони 2. То есть это такое тварь против брони. Еще есть отвлекающий маневр. 1,5 урона и 50% снижения урона. Интересно. Интересно как-то. У него прям то какие-то хищнические замашки. Но не хватает удара с подменой какого-то или паралича. Это то, что есть у этих гадрозавров там и обычно. Гребень на голове тенентарекса достался ему благодаря ДНК дилофозавра у его предка тиранолофозавра. Как и тенентозавр, этот гибрид относится к семейству гадрозавридов. Да, ну, набор ударов странный, честно говоря. Какого-то там, не знаю, афекадона, секадонтозавра напоминает, что-то такое вот. Иммунитета нет, ничего нет, тенентарекс... Даже не знаю. Так, давайте мы откроем сейчас инкубатор. И я хочу зайти глянуть, что там у наших утоповых игроков. У них тенентарекс вообще есть в арсенале в своем. Стоит ли на его вкачивать, как-то тратить на него силы? Нету, но вот эта вот дичь мелкая есть зато. Так, это все дело у меня есть, кроме вот этого. Саласинозавром чего-то там. Идем дальше. Нету. Но вот эта мелочь есть. Интересные у нее удары. Блин, где мне дракорексов наловить обыкновенных? Так, магнипериттер. Ну вот у меня вот это все дело есть практически уже. Вот, тенентарекс первый попался. Четвертый ранг. Пятый. Тенентарекса нет. Шестой. Тенентарекс есть. Седьмой. Нету. Восьмой. Есть. Ну, такое себе, в общем-то, да. Лучше, конечно, вот этого парнишку, конечно. Ну, ладно. Дела неплохо. Давайте будем тогда идти испытывать его в бою. То 80 монеток нам тут насыпали. Надо еще наловить каких-то там постиметродонов, или кто у нас там сегодня по акции еще доступен. 10 штук, кого там нужно поймать.
Блин, хотя и то мне, в принципе, особо не надо. Пастиметардона у меня уже наловлено довольно много было. Секодонты сейчас, по-моему, просто не участвуют ни в каких гибридах. Но то, что сейчас не участвуют, это не значит, что завтра не появится какой-то гибрид на основе секодонта. Так часто и бывает. Вот, например, тут что у нас? Игуанодон бегает. Надо бы его тоже отловить. Вот тут их нашествие игуанодонов сейчас. И пастиметродонов. Ну ладно, как надо, будет 50 на 50. 5 тех поймать. А мы идем, ребята, вот сюда. Так, хитрые существа. Да, команда хитрых существ, бронированные существа с уменьшающими скорость способностями, желательно. Так, а кого мы отсюда выключим? Замедлять они тут у меня умеют на раз-два. Даже вот, даже не знаю, ребята, кого выключить. Все классные, все мне нравятся. Ну давайте сейчас будем что-то исключать будем. Так, 21. Ну давай тебя исключим пока. Хотя он классный. Хотя он классный. Скорость у него слабая. Ну, его как-то надо брать все-таки. Блин, ну ребята тут крепкие. Давайте так попробуем. У него нет ни одного удара, блин. Не очень подходящая, конечно, вот эта эпическая башня. Противники против него неподходящие. Ну, вот если я его выберу, он же сам будет сразу же ходить вторым. Давайте делаем так. Ах ты гад, он нас решил замедлить. Но мы от этого избавились. Ха, это круто. Значит, мы первыми ему сможем нанести. Не понял. У него тоже, что ли, 50%? Да. Блин. Обидно получилось, если бы у него было 30% замедления. Так, ну и что теперь делать? Неподходящая башня для Тенента Рекса. Так, что он там будет мне сейчас? Тоже снижение урона, скорее всего. Нейтрализация, ха-ха-ха. Отлично, мы его контратакуем отлично. И сейчас я еще ему очень больно сделаю. Ну, вот такой же удар, да? Двойной урон. Блин, такие... Занерфил нас. Минус 90% это было. Не, ух, я уже испугался. Ну, на контратаках, короче, можно сидеть. Это главная фишка броника нашего. Трики, трики. Так, мана лафа за урус. Чё ты будешь делать? Снижать урон нам будешь. На 50%. Ладно. Кританул. Отлично. Надо потом пойти попробовать, конечно, в PvP, ну, на арену выйти, может, чтобы там почувствовать, может быть, против кого он хорошо бы зашел. Ну, против броников. Ну, а кто у нас щиты ставит? Ну, это то какие-то там эти вот анкилозавриды. На самом деле их мало.
Так, что у нас теперь? Все то же самое, да? Шустрый 127, 130. Ну тут хотя бы не такие демагеры. Вот здесь он может неплохо зайти. Щиты здесь никто не ставит. Иммунитета нет у них, кроме вот этого парня. Что они делают? Опять же, снижают скорость. Давайте возьмем иммунитет. Давайте вот так вот как-то пойдем. Так, он быстрее. Что он сделает нас? Замедлит? Да, блин, гаденыш ты. А у него насколько замедление? На 50% на 3 хода. Печально. А, так я его мог, блин, я мог бы это и уничтожить. Отвлечение, чтоб тебе было нехорошо. Даже крит не спас. Ну я сейчас быстрее должен стать, по крайней мере, от него. А, блин, не снялось замедление. Не снялось. Следующее давайте. Галимим. Бьется больно. Но должны выжить один удар как раз. И пробьем, да пробьет его. Ну да, вот с этими ребятами полегче. Так, ну у меня остальные все быстрее, потому как бы нет смысла подменяться. Нет смысла подменяться. Давайте этого возьмем. Я знаю, что у него нет иммунитета. Но у него есть это. Так, и мы пошустрее. О, паралич. Отлично. Такие размен по разам. Прикольно, мне нравится эта битва. Так, это у нас очищение снимает именно заниженный урон, да, но скорость не снимает, только как-то отвлечение, да, называется это. Ладно. Так, вот эти вот гаденыши у нас теперь идут, да? Самые такие противные. Давайте вот так вот сходим. Магнипиритор. Ну, он хорош на подмену. Так, ладно, начнем с него, потому что потом у него не будет шансов. Ну, замедляет нас, блин. Short по дюре, неприкольно. Ну, сейчас он как раз вот будет отвлекать нас. Блин, а пробил. Ну, ТРХ что-то меня не впечатлил, ребята. Так, как там тебя уничтожить по-быстрому? Он против какого-то там Стегадея, блин, зашел бы, наверное. Трагодистиса там. Хотя надо было его, наверное, занерфить. Я же его не пробью, так, блин, выжил. Вот был бы у него еще ускоряющий себя удар, было бы прикольно. Он шустрый, я еще себя ускорял бы. Блин, тут магнипиритор сейчас всем нараздает. А, у него уровень повыше, прикольно. На тебе такое. Ну вот магнипиритор, блин, раздает.
Вообще шикарно. Какому там Тенентерекса там и не снилось. Ну нормально, наконец-то хоть насыпали дилосов обыкновенных. Еще 30 ратопсов мне тоже насыпьте. И дракорексов желательно. 1050. Так, ну вот такой, ребятки, у нас Тенентерекс. То есть пока что желания его прокачивать у меня абсолютно нет. Так что, ну там напишите свои какие-то предположения, как его использовать, против кого, стоит ли вообще. Ну а я сейчас, если в принципе попадется мне в противники, то я еще сюда допишу его сражение там с реальным противником. Ну точнее, если его погибель, скорее всего. Так. Ну это еще если он попадется нам. Поместье Локвудов, ребята, на закате. Девятая арена. Тенентерекс. Да, он нам попался и... Ну ладно, его возьму, его сейчас, в принципе, должны просто съесть и все. Что он использует? Невидимость или очищение? Использует невидимость. Не очень хорошо. Значит, он сейчас сможет использовать очищающий удар. Но я ж выживу. Да, я выживу и перехвачу инициативу, так я его сейчас уничтожу. Я хоть и не попал, но я по... Но он попал. Ну, это прикольно получилось. Я вообще-то не рассчитывал, что Тенентерекс на что-то способен на PvP-арене. Забавно получилось. Так, какая у тебя атака? Ну, сразу прилетает двойной урон. Ну, кто быстрее, тот и пойдет. Так, что у него есть там? Замедление, паралич есть. Ну, давайте сквозь щит просто пробьем. Ах ты, гаденыш, таки паралич использовал. Но он не сработал. Прощай. О, да, 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 да. Ну давай. Ах ты ж гад. Я вообще-то... Вообще-то думал. Но, блин, он все равно нам кровотечение даст. Мы все равно окочуримся. Ну вот, короче. Я про это и говорил. Ну, на тебе такое. Нейтрализация. Все, думал, что я буду невидимость делать. Ха-ха. Фигушки. Ну вот и все. Перехитрили хитреца. Ну, Тенентерекс засмог. Затащил. Индоминус Рекс, Тенентерекс и всякие прочие рексы. Так, ну на этом теперь, ребятки, точно все. Сейчас мы, правда, соберем награду. Там уже 10 трупиков создали. А, 11-й куда делся? Гальмимов, попой жуй. И Стиги нам попался, ребятки. Так, ну и тут еще, в общем-то, парочку наград. На этом я прощаюсь с вами. До скорых встреч.